Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса Маликова, и мой канал «Дивная птица». Сегодня вот хочу рассказать вам об уточках. Утки стали нестись. Да, красотки, вот они, кушают. И сегодня к ним же сюда мы решили остаток утят пересадить двухмесячных. Вот два у меня здесь и один в сумке. Сейчас я их его взвешу. Сколько он... О, селезень, селезень. Селезень гоняет уточек. Идет процесс. Идет процесс. Вот. Любвеобильности. Да, вот они, красавицы. А это молодые совсем. Сейчас я включу весы. И покажу вам. Сколько же весит в 2 месяца. Не знаю, кто там. Вот, ноль. Весы ноль. Так. Так, видно, не видно, что тут. 4 килограмма. 4,28. Ну, 28 на сумку. 4 килограмма. В 2 месяца. Вот они. Так, сейчас я его выпускаю, чтобы вы видели, что он у меня там в сумке. Ах ты мой хороший. Так. 7 уехало. 7 забрали. Да. Тише, сумку потащил за собой. Вот 3 таких. Вот. А вот этот белый, мне кажется, еще побольше. Вот он. И не пойму, кто здесь. Наверное, 3 мальчика. 3 мальчика, они все одинаковые. Так что, друзья, если кому-то нужен хороший производитель селезень, можете обращаться. Его можно взять как производителем в стадо. Ну, и вот это как девочка, нос вздернутый у одной с черной шапочкой. Были, вот, родительское стадо, все белое. А получились вот такие еще. 2 месяца, 4 килограмма. Так что можно к обычным уткам, к мускусным. Будет замечательная вес, добавка в весе, селезень. Да, мои красавчики, они боятся. Запустили их во 2-ю половину. Да, вот. А ты наш производитель, стал девочек любить, конечно. Все вчетвером несутся. Вот как замучился, надо покушать. Мальчик мой. А ты что сюда спряталась? А я скажу, спряталась, ищу яйцо. Где яйцо? Да, хозяйка забрала яйцо. Забрала. Так что есть яйцо. Под заказ могу собрать яйцо. Вот. Из расчета 4 утки несутся каждый день. Вот из расчета и недолгий срок. Даже если за неделю. Даже если за неделю. По 4 яйца. Вот. 28 яиц за неделю могу собрать. Вот. А эти красавчики. Одного я оставлю себе, потому что это от моего селезня, который уехал к Елене Коптевой. Тот, который вот на улице стал производителем, это ее. А это от моего селезня. Поэтому одного я хочу оставить себе. Да, вот такого красавчика. А это идет еще один, молодой. Вот он, где ты у нас? Ну иди сюда, я тебе покажу. Иди, я тебя покажу, мой красавчик. Этому 3 месяца. Вот он, какой я красавчик. Это тоже чужой моим уткам. Поэтому я хочу, чтобы у меня было 2 стада, и я потом подберу. Так что вот такие новости. Боятся. Сейчас поставлю им покушать, и они будут находиться здесь. Утятки. 4 килограмма, как я и говорила, что в 2 месяца 4 килограмма. Все, до свидания. Спасибо за внимание. С вами была я, Лариса Маликова. Всего хорошего. До новых встреч.